Школа в сельском поселении Ультьягун Сургутского района присоединилась к российскому проекту «Футбол в школе». Проект реализуется при поддержке Российского футбольного союза. Командным видом спорта два раза в неделю занимаются больше 50 детей. На тренировке побывала Елена Каткова. Потом тянемся. Заднюю поверхность бедра хорошо подтянуть, переднюю поверхность бедра и наклон вперед-назад. Понятно? Все, побежали. Разминка перед важным матчем. Для каждого мальчишки футбол – это отличная возможность пустить энергию в полезное русло и весело провести время. Вратари имеют право касаться мяча руками только в пределах сильного квадрата. Всем понятно? Да. Все, начали. В этом школьном спортзале между командами разворачивается настоящее соперничество. Все, как на крупном чемпионате по футболу. С детства футбол играл на площадке, там с друзьями. Сейчас занимаюсь. Более-менее профессионально, можно сказать. Хожу, тренируюсь. Нравится играть в команде, игра именно ногами. Нравится бегать, динамичная игра, в пас, голы забивать, бить. Тренировки начались два месяца назад в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе». Занятия несколько раз в неделю посещают больше 50 школьников с 1 по 5 классы. Нравится себя своя команда, играть в пас и забивать. Проект реализуют при поддержке Российского футбольного союза. Школа бесплатно получила комплекты спортивного инвентаря. Мячи, конусы, фишки для отработки элементов, комплекты экипировки. Мы только начинаем первые шаги, так скажем, в футболе. Вот первая группа детей, там первые две группы детей, которые вот набрали, и потихоньку начинаем с ним заниматься. Желающих очень много, но так как зал, к сожалению, маленький, приходится ограничивать количество детей. По 15 детей так оставляем, по 20 детей максимум. Два часа в неделю реализуют и программу «Мини-футбол в школе». На уроках футбола учеников знакомят с легендарными футболистами России. Елена Каткова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургутский район.